взять для маринада. Попробуем, Даша, ну раскрой мне эту штуку. Мама. Здесь еще вот такое интересное что-то, какая-то картошка жареная, натертая. Я не понимаю, почему она в таких вот штуках, как ее туда высыпать. Наверное, одна штука раскрываешь и высыпаешь в сковородку, разогреваешь. То есть просто картошка, типа как драники, только натертые, пожаренные. В общем, не знаю, но мы это брать не будем в любом случае, это очень странная еда. Good generation. Так, Адоша, давай возьмем эти beer paws. Они сейчас по скидке можно взять. Я вообще не планировала ничего взять, но ладно, так уж и быть, возьму. Поехали. Поехали, посмотрим, что еще мы можем сегодня здесь приобрести. Так, берем фризис. Сейчас по скидке. Ну, да, бери его пакетч этот и ставь в самый низ. Вниз, вниз, вниз. Ага, спасибо. Так, сегодня мы разнообразили и взяли вот эту пасту. Обычно раньше мы брали. Дошенька, молодец, все на места разложил. Молодец, можешь работать мерчендайзером, угу. Знаешь, есть, да, такая работа, мерчендайзер. Обычно мы брали эту. Сейчас, конечно, очень популярная вот, ну, вот это вот сейчас все, что с углем. А вот эту все рекламируют пасту, что тут она снимает 10 лет налета за 16,99 4 штуки. Вот. Ну, в общем, мы пойдем обычным путем, стандартным. Так что взяли обычную пасту. Обычная Крест. Крест. До этого брали Колгейт, как папа говорит, солдат. Паста солдат. Потому что на русском, если читать, солдат. А это Крест. Так, мне нужен был освежитель. Вот как раз есть... По скидке возьмем вот такой, сколько у нас здесь птичка летает, ну, поседр залетает, 5 литров освежителя. Дошенька, ну давай вот эту бутылочку, сыночек, пожалуйста. Такой большой мальчик у меня уже вырос, помощник. Возьмем, мне хоть и не надо, но возьму dishwasher detergent, сейчас на $5 скидка. И Доша, а ну давай коробочку нам вот эту возьми. Да сверху, куда снизу? Зачем снизу? Все завалится. Возьми сверху. Идо, please, please, don't do this. Это, пожалуйста. Все, давай. Из низа пошел доставать, как это, как в этом. Кто там? Василий Иванович меняет профессию или где это было? Не-не-не. В этом, там, где он операция И доставал снизу этот горшочек. Так, сегодня у нас закончилась туна, нам нужна туночка, наша туночка обычная в масле, я ее ем, я ее и в салатик добавляю, ну, в основном в салатики. Поехали дальше, сыночек, поехали дальше, смотрим, что нам еще здесь может понадобиться, хотя у меня красная рыбка есть еще, это в баночках, это что-то какое-то новое, макрель. О, это новая Gold Sea Mackerel in Olive. Этого не было раньше, я не видела. Макрелька. Макрель это... как она называется на русском? Забыла. Пошли. Педошенька, пожалуйста, можно корм? Корм, пожалуйста. Спасибо. Желательно не самый нижний вытаскивать. Ага, спасибочки. Мы прям корм любим. Ну, помимо того, что везде можно добавлять, конечно же, всегда. Но мы прям так кушаем. Я его раскрываю и как дополнение к, ну, вместо салата. У меня все любят. Мне еще нужна курочка. Вот это то, что мне надо было. Курочку. Можешь взять упаковку? Но упаковка. Только одна штука.
Да. 12,99, но это обычная цена, но я люблю их и в супы, и в салаты, и везде. Это классная штука. Пока волнуц я не нашла, возьму пекан. Пекан 13,50. Пекан, и поехали возьмем муку. Мука. Мне очень нравится вот эта мука у них появилась. 7,99 за 10 килограмм. Я люблю ее. И вот это желтая, это All Purpose. Просто это All Purpose. Это All, а вот это Bread. Это Bread Flour, и я очень ее люблю. А, бери, Дошечка, и вниз клади рядом с вот этими фризис. Вот так. Угу. Вниз. Угу. Аккуратно, аккуратно, сыночка. Да, флауэр, чтобы оно не крак. Если оно будет крак, то оно вывалится все. Не, сыночек, я знаю, что все аккуратно делаешь. Просто еще надо будет туалетную бумагу нам сегодня. Кто ищет шафран, пожалуйста, шафран. Я не знаю, зачем они его, правда, упаковали в такую упаковку. Тут 3 пакетика внутри. 3 или 2? 2 пакетика. А нет, 3. 3 по 1 грамма. Вот такой шафранчик, всего 10 долларов, это реально недорого, когда один такой пакетик я видела за 30 долларов. Я что-то не могу понять, что это за такой волшебный шафран. Вот, Spanish шафран. Так что там и Доша. Доша решил поскладывать. Так что вот, вот так. Не брала вот эти вот панкейк микс. Но я возьму сейчас, потому что дети дома, когда у меня уже мозги, как говорится, не работают, что как готовить. Иногда даже простую смесь мне нет сил делать. Для вафель, для панкейков. Клади внутрь, сына. Значит так, вот Тим Хортонс кафе Мокко, это вот очень разрекламированные эти корнфликс. Значит, стоит звездочка, он будет исчезать. Он был 8,50, сейчас за 5 баксов. То есть хорошая скидка. Я не знаю, вкусно ли это, его совсем чуть-чуть осталось тут. Вот, чуть-чуть. Он будет исчезать. Но я возьму, конечно, сейчас сильная реклама. Не то, что я поощряю, но я возьму уже на летние каникулы. Я это спрячу. Вы сейчас это есть не будете, еду. Это будет на летние каникулы, которые будут через месяц. Я их положу в свой нижний ящик. И там они нас будут ждать. Попробуем. Нам нужна кашка. Она, правда, не по скидке. 9,89. Подорожала. Я помню время, когда ее брала за 6 долларов. Все дорожает. Так незаметно. Все становится дороже. Да. Вот так вот. Ты возьмешь марбл? Давай я сама возьму наш марбл чиз. Ой, мамочки, мои божечки. О! Все, 12,99. Все, идем дальше. Я возьму это, потому что получается хорошая цена. Габи у меня любит, мы любим такие. Это просто такие сырокопченые. И вот эти сегодня Juicy Jumbos. Вместо вот тоже на 3 доллара скидка возьмем. Сейчас летний период, начинаются барбекюшки, бутерброды. Так что это пусть будет в морозилке, пусть лежит, не испортится. Спасибо. Вот людей не так много, но еще все по-прежнему перекрыто. Еще я забыла. Кофе. Сегодня скидки нету. Берем по обычной цене. Кофеек. Мы решили вернуть сосисочки сюда, потому что мы нашли другие. Чуть дешевле. Да, наверное, это не тот бренд. Но за 4,99 вместо 7. И тоже кило 800, так же, как там. Значит, куда я использую? Ну, во-первых, можно делать те же хот-доги. Можно делать, как я делаю на барбекю, сосиски-цветочки. Это когда разрезаешь на 4 кончик сосиски и ставишь над огнем, она раскрывается цветочком. А потом мы просто их жарим с омлетом. Люди, детки любят. Так что вот так вот. Так, возьмем Костику ягоду. 2 килограмма.
Everyone is getting toilet paper. Да, но до сих пор люди покупают. Но уже сейчас поставки исправились, уже нету этой проблемы, как было раньше. Ты ешь только это, а ты кушаешь больше, Идоша. Скажи мне, что ты хочешь, я куплю, ты же ничего не говоришь. Ребенок обижается, что я ему ничего не беру. Ну как ничего, мясо беру ему, то что... Куда ты поехал? Подожди, стой, стой. Габи очень любит этот набор, я просто ей его жарю. В сковородке добавляю немножко сой-соус и все, она ест. Так, яйца по 7,20, но это большие. Но фрили дешевле, но там маленькие, там small size, это large size. Возьмем яйца. Так. Яйца. И сейчас нам надо будет взять еще молочко. Так. Мне нужно молоко. Я беру 3,5%. Максимальная жирность, которая тут есть. 3,25 даже. За 5,55. Вот. Молочко. Туалетная бумага Косковская 17,99, 30 роллеров. Идошенька, бери бумажку, нам нужно. Сейчас будем ее укладывать как-то в коляску. Вот какая прелесть, почти килограмм, $12. Как хочется купить, такая красивая. Калифорния черри. Калифорния черри. Боже, какая красота. Я возьму это. All the stores, everything. Так, берем мы наш чиз. Идошка, как раз обсуждаем по поводу того, когда будут... Ну, дай же мне это положить. А, когда будут открывать все у нас 2 июня. По идее, обещают все открыть. Дай бог бы уже все открыли. Двумя руками. I don't need two hands. Аккуратненько, ага. Так, значит, что мы взяли? Мы взяли... Ой, я зацепилась. Курочку взяли. Вот такую курочку, Даша, подожди, и взяли такую курочку. И свининку, наш шашлычок. Так, еще взяла за 5,99 романи летос, листья салата. И за 4,99 сельдерей для сока. Меня, кстати, давно спрашивали про сельдерей, куда я его кладу, что я с ним готовлю. И я так и не ответила на этот вопрос. Но я хочу сказать, что у меня сельдерей тоже мало кто любит, в доме практически никто, и я его не добавляю нигде. Но вот так мы пьем соки, и это у меня идет основа сока. Иногда, если я варю, например, бульон овощной, то я добавляю в бульон. Но так больше нигде. Иногда в салат могу для себя, но не для семьи. А сейчас в основном мы используем как основа для соков овощных. $4.99 тортии. Идошка любит тортии, да? Просто я туда мажу крем-чиз или хумус. А, и, кстати, туда вот можно, да, кто любит, очень вкусно получается сочетание тортия, peanut butter, арахисовое масло. И туда можно нарезать сельдерей, закрутить. А еще Идошка любит зеленым яблоком. Кто у меня в Инстаграме подписан, тот видел, я иногда там выставляю рецептики, что мы готовим, что кто любит как. Вот. Так что, да, вот, это всегда удобно в рапы иметь для детей, особенно вот когда летом это быстро, закрутил туда что-нибудь, кто что любит быстро, и не нужно стоять готовить, вот кто не любит в жару готовить, стоять. Что у нас наконец-то пришло долгожданное лето, и на кухне стоять не хочется, нету времени, сил, желания, а так раз-раз, закрутил, да, Идоша, что-то, и кушаешь. Вот, Идошка залез на колясочку у нас, да?
Вот. Все подростки любят на коляске кататься в магазине. В общем, короче, пошли, мы почти закончили. Так, 8.99, грейпфрукты, продукт of Israel, наш дорогой Израиль. Ну что, поддержим Израиль, наш родной, дорогой, и купим грейпфрукты. Получается 2,27, 5 паундов, 2,5, ну, 2,27 килограмма. Грейпфруктики сочные наверняка. Вот один в один подобранные. Я даже знаю людей, которые некоторых в Израиле, которые работают неподалеку от Нативота, есть место, где вот это все отбирают, перебирают вручную. Вот, так что возьмем, будем смаковать вкус Израиля. Так, я все-таки хочу орехи Walnuts. Я их прошла мимо в начале, когда пришла. Они 12.49, и вообще Walnuts я люблю больше. Ой, они, конечно, все такие сыпучие с этим порошком. Они пережатые 10 раз, но я люблю Walnuts больше, и в выпечку, и в хлеб, и так пожевать. И полезности в них, конечно, больше, например, чем в пекане. Вот так. Ну все, мы идем на кассу. Ну что, вот у нас покупочка. А еще на выходе дошки взяли водичку. И нам с собой взяли домой chicken wings. Вот так вот. Да. И там french fry, дошки пиццу взяли, он захотел. Так, где наша машина? Ида, вон наша машина. Так, и что, посмотрим наш вердикт на сегодня. Наш вердикт. Так, где это? $342, guys. Вот так вот. Так что это были наши покупочки на сегодня. Надеюсь, вам понравилось, было полезно.